Друзья, всем привет! Ну что, наша семья в сборе, мы сейчас сидим в самолете, вот так вот забились, как селедка в бочку. Велия посерединке, и мама с папой в разных местах. Смотрите, народу не так много в самолете, мест свободных много. Сейчас мы будем взлетать и покажем вам, как выглядит пустыня Египта с высоты птичьего помета, ой, полета. Так что всем хорошего просмотра. А мы надеемся, что мы долетим нормально. Вам еще расскажут правила? Да. Правило А, Эвели, какое? Не только что мы проходили. Правило А. Слушаемся родителей. Правило Б. Не пинаемся. Правило С. Не кричим. Выучила все правила. Так, правило С нарушено. Давай придумаем, какой будет штраф. Каждый раз, когда нарушишь право, мы вот так вот бьем три раза по правилу. А это если приземление в воду, то все умираем. Умираем? Да. Если... Очень-очень обнадеживающий. Да, я такая. Это на 3 метра вниз можно это упасть и не пропасть. А это зачеркнуто, это уже мы прошли этот вопрос. А это? Тоже зачеркнуто. А это самолет на воде. А это когда мы одеваем курточки, помнишь? Мы их одеваем, чтобы было не холодно, радуемся, веселимся. Потом еще раз веселимся только сзади. Потом застегаем курточку, прыгаем на месте и все. Все, полетели. Ну вот, мы уже на взлетной полосе. Сейчас будем взлетать. Едем пока что. Вот такое вот голубое чистое небо. Да. Поэтому мы очень красиво сейчас все снимем, да, Эвелия? Вот, Эвелия с папой сидят. Сейчас взлетаем почти что. Вот даже в очках у Эвелии отражается иллюминация, да? Да. Все, сейчас будем наблюдать с тобой за красотой, да? И будем комментировать. Ты будешь смотреть и комментировать, да? Вот на этих кадрах можно видеть, как мы едем, и пустыня безграничная. Мы уже, наверное, едем минут 15, вот так вот. Куда мы едем, непонятно. Но смотрите, тут сразу город. Мы сейчас уже в город почти приехали, или... Повсюду вот такие барханы непонятные. Как будто что-то здесь испытывают, да, Эвелия? Да. О, все, Эвелия, мы с тобой на взлетную полосу уже выруливаем. Видишь, город уже вдали остался. Все, смотри в телефончик. И сейчас держимся. Смотри, самолет сейчас остановился. Это всегда так происходит, когда начинается взлет. И сейчас мы быстро поедем, Эвелия. Розовый. Да, смотри, мы сейчас быстро должны взлетать, смотри. Раз, два, три. Сейчас разрешение самолету дают. И мы будем сейчас с тобой ехать и снимать пустыню. Видишь, сначала мы медленно двигаемся, а сейчас все быстрее. И сейчас самолет разовьет скорость 600 км в час. Вот. Все, смотри. Поехали. Опа. Смотри, как сильно. Ашевелию вбивает, да? Ашевелию в кресло вбило. Посмотри, как быстро, Эвеля. Видишь, как быстро дорога меняется. Уже скорость 200 км в час. А сейчас будет 600 километров в час. О, меня бьет! Все, мы поехали.
полетели, Велия. Скорее смотри в окно, смотри. Все, мы с тобой уже наверху, смотри. Ой, смотри, домики там, смотри, домики. Вот, вот это вот пустыня. Смотри, как красиво. Видишь, какая красота сверху? Нравится тебе смотреть? Да. Сейчас мы будем лететь и смотреть. Они улетают, папа. Смотри, какой-то городок. Ой, смотри, нас сносит, Эвелия. Вот это вот безграничная пустыня, Эвелия. Видишь, тут ничего не растет, ни деревья, ничего. А давай приблизим. Смотри, Эвелия, это город. Это древний город. Видишь, как красиво. Видишь, какой хороший телефон, все прибавляет. А вот это вот атомная электростанция, смотри. Что это? Смотри, как будто это игрушка, да? Игрушечный город. Ой, ай, телепает нас, Эвелия. Нас ветром сносит, Эвелия. А вот это вот красивое, что это? Смотри, как будто мы с тобой на карту смотрим, да? Это какие-то водоемчики, смотри. Это бассейны, видишь? Здесь кто-то что-то выращивает, наверное. Опять? Наверное, там выращивают, знаешь что? Наверное, там выращивают рыбу. Мы да, а вот это вот мы уже город Хургаду пролетаем, смотри. Город Хургада, вот он под нами. И вот так вот выглядит Красное море, друзья. А там впереди безграничная пустыня. Да. Давайте постараемся увеличить. Вот такая красота, друзья. Домики. И море. Сейчас уже турбины начали работать, поэтому качество видео плохое, видишь, Эвелия? Знаешь почему? Потому что прямо за нами турбина работает. И из-за этого чуть-чуть... Это море, Эвелия. А вот это вот земля. Видишь, она плоская. Видишь, если посмотреть вот отсюда, вот видишь? Она вообще не закругляется. Это значит, что земля плоская. Ну как тебе, Эвели, нравится смотреть? Я постарался сейчас поставить, смотри, другой вариант. Мы сейчас поставили с тобой другую съемку. Смотри, как будто нарисовано, да? Вот ты когда рисуешь, примерно так же смотрится, да? Смотри. Вот это вот как будто крокодил. А это как будто змея. Посмотри, как красиво, да? И вот это вот все отели, домики. Такой рисунок красивый, смотри. О, мы уже над облаками, Эвелия. Смотри, видишь? Мы летим над облаками. Это очень высоко, Эвелия. И какая красивая водичка, да? Голубая и синяя. О, смотри, сердечко, Эвелия. Кто-то сердечко нарисовал, смотри. Вот. Кто?
детка. Дельфинчики? Беседки. О, смотри, здесь горы есть. Или смотри, это горы. Смотри. Видишь, в Египте есть горы. Прямо похоже на швейцарские Альпы, да? Видишь? Вот, мы уже выше облаков почти что, да? Ой, смотри, какие острова красивые были, смотри. Вот. О-о-о. Посмотри, как красиво наблюдать, да, за ними? Ну, сейчас подъезжаем, подлетаем к другой части острова. Это Африка называется, видишь, Веня? Этот континент, это Африка. Тебе нравится Африка? В Африке ничего не растет. Только в Африке находятся злые крокодилы и носороги. Не ходите, дети, в Африку гулять. Вот, смотри, как красиво. Интересно, этот остров обитаемый? Давай приблизим, посмотрим. Смотри, на этом острове ничего нету, только песок и все. Даже ни одного домика нету, видишь? Потому что здесь решили не строить ничего. Да, друзья, сколько же территории, да? Посмотрите. Какие бескрайние территории. Тебе видно, Эвелия? Что, друзья, вам передается вот эта вот красота полета. Посмотрите, как мы уже высоко, уже облака очень далеко, и скоро мы подлетим так, что не будет видно ничего. Вот сейчас я попробую увеличить. Смотрите, какие-то юрты стоят, я не знаю, что это. Похоже на какое-то маленькое поселение. Смотрите, здесь юрты. И вот здесь тоже есть. Странно, почему они стоят на таком отшибе. И непонятно, для чего они, да, Эвелия? Смотрите, довольно быстро мы поднялись в небо. Давайте еще раз посмотрим на море. Вот такая вот, друзья, красота. Друзья, ну вот такое вот необычное видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Эвелия, понравилось тебе смотреть? Ты первый раз такое видишь, да? Понравилось. Не страшно тебе лететь на самолете? Мы же высоко находимся, смотри. Мы очень высоко над облаками находимся. Так что, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Эвелия, попрощайся с друзьями. Всем пока-пока, удачки и хорошего настроения.